Усиленную борьбу областные депутаты продолжают вести и с еще одной пагубной привычкой – алкоголем. С энергетиками они решили бороться на федеральном уровне. Напомним, запрет на коктейли под градусом суд Поморья отменил, ссылаясь на закон о конкуренции. Похожий законопроект сейчас принимают сразу несколько субъектов Российской Федерации. Так что настаивать на слабоалкогольном моратории депутаты решили в Москве. Пойти наперекор решению суда и повторно отменить слабоалкогольные коктейли в Поморье. Такое предложение сегодня внесли областные депутаты. На первой в этом году сессии вопрос запрета энергетиков вызвал бурное обсуждение. Сейчас соответствующий закон принимают сразу несколько субъектов России. Владимирская область, Ставропольский край и Якутия. Так что наши народные избранники планируют взять реванш у алкогольных производителей уже на федеральном уровне. Мы надеемся, что вот совместными усилиями, значит, с разных сторон, все-таки на федеральном уровне будет принят полноценный закон о полном запрете производства и реализации на территории Российской Федерации слабоалкогольных напитков. И подобного рода законопроект от имени Архангельского областного собрания уже внесен в Государственную Думу. Сейчас остро стоит вопрос о компенсациях со стороны облсобрания за так называемое ошибочное законодательное решение. Ведь производители или владельцы торговых точек могут через суд требовать денежного возмещения. Впрочем, у депутатов на этот счет свое мнение. Политики надеются на здравомыслие представителей Фемиды и активную пропаганду со стороны СМИ. Будущее все-таки будет победа за нами. Почему? Потому что действительно, хоть мы и запретили именно легальную продукцию, но мы обратили внимание, из чего она состоит, вот именно содержание этой легальной продукции. Сегодня на сессии депутаты подняли сразу несколько вопросов о здравоохранении региона. В первую очередь рассмотрели проект закона о реализации государственных полномочий области в сфере охраны здоровья граждан. В нем будут четко расписаны все формы заботы о пациентах в медицинских учреждениях. Сейчас в процессе, когда идет модернизация здравоохранения, мы должны очень адресно и точно иметь возможность дойти до каждого жителя Архангельской области. Будь то это фельдшерско-акушерский пункт, который обеспечивает оказание первой медицинской помощи, или это областная больница. В первом чтении приняли депутаты и законопроект об обращении с отходами производства и мусора на территории области. Он касается предотвращения вредного воздействия выбросов и использования отходов в качестве хозяйственного сырья. Во втором чтении проект рассмотрят на следующей сессии 12 марта. Наталья Аскерка, Анастасия Рябченкова, Вестник Северодвинска.